しいやん。Ну, а если я туда душу? Так, кто там у меня? Ливию, да? Сейчас. Матей, блин, я же сказал, не падай! Еще на живот падаешь! Матей! Берешь заклад, который бросок через плечо передние подножки. Делаешь задние подножки. Так, ты все время, это так стоишь, что так стоишь. Стой прямо, вот у тебя есть ноги. Не качаешь ноги. Ты должен все время, ты должен видеть ноги. Отсюда встал, раз, движение. Наклонился, все, опять прыгал. Так же? Так, смотрю. Кинь за собой. Упал, не кинь. Ну что на тебя упадет? Сейчас подумаю, что дальше делать. Если устал, еще что-то говорите. Нет, я хотел бы сделать, а чудо хороший прием для чего? Для того, чтобы проиграть. Сейчас они уйдут, а вы пойдет Миша с этим Петручев. Все, молодец. Хорошо, садитесь, сейчас. Мате? А где поезд? Сразу надо. Еще раз, ребята, не уйдете с ковра, пока не заправите поезд. Там не дадут уйти, это первое. Не будете слушать, вам будут замечания. Еще раз не будете слушать, просто сладко проиграете и все. Заправите. Хорошо. Все, поклонились. Все ушли. Так, вы. Сюда. Так, бери его. Сюда. Так, Миша, иди сюда. Нет. Ты идешь сюда, Коля, ко мне. Сюда. Так, кто у нас там самый мягкий? Кто у нас самый мягкий? Петруча, иди сюда. Вот смотри, петь. Есть, больно. Да. Бери боль. А, вы выходите, мальчики, вы вдвоем. Вы не просто борьба, ты ему начинаешь. Ты его вообще не бросаешь. Походишь, все, подсказываешь. Типа борьба. Типа, ну смотри, чтобы он тебя не ударил, его. Ты останавливай схватку, говори, вот здесь захват, этот, потихонечку. С кем ты идешь? Собаке можно, но состояние сделать, когда упомянешься. С тобой? Сын мама сказал. Сын? Хорошо, Андрюха, давай. Нормально. Все, Аджина. Я подыграю тебе, как взял, сколько мог. Аджина. Нормально, Андрюха, он берет заклад.
Во! Эдди как упал? Упал великолепно. А вы же как начнете сейчас мочить чубу гадку? Если туда, куда бросаешь, держи локоть снизу. Вот он раз сверху, ты мог через бедро просто ручку придерживать. Вот их покажи ему. Чуть-чуть через бедро, чуть-чуть через грудь, чуть-чуть через бедро. Да уж у тебя нога где-то ж сюда. Так, 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 молодец, так что. С колен не делают. Андрюха, вот с колен же не осталось. Не надо осторожно вообще. Ты должен в стойке остаться. Правильно? Если человек не знает, как падать. Вот. Что выставит тут там? Ты какой стойки? Я просто стал. Какой стойки стоишь, мой царапин? Ты левша. Левая нога впереди, где левый запас? Подсечка, под глаз, задняя подножка через бедро. Посмотри на себя, тебе показать, как ты выйдешь. Вышел, встал отсюда, раз, два, раз ручку, оп, подсечка. Раз ручку убрал, раз сзади, убрал ручку, раз вперед. Чего ты придумываешь, блин? Андрей, скажи, Андрей, Петя, а рука, не надо тянуть его, упади, сделай страховку. Как ты ходишь? Одна нога все время впереди. Наши меня плеч. Мате, поднялись, ушли. Следующий выше. Стали так, как были. Быстрее, быстрее, следующий выше. Воля, Воля Ильич. Макс, остаешься с ним? Или перейдешь туда? Да, остаешься, да? Все, готовы? Так же? Аджим! Колени здоровы. Да? Да он только раз. Катанина, нет. Макс, с тобой. Да. А, супер какой. Да? Супер, да? Вон, возьми его. Кого? Богу возьми, вон, Шендрю возьми. Твой вес бери. Что ты берешь? Два года разницы. Опять Андрей плохой заклад. Видишь? Не было. Ничего не было, а ты упал. Ничего, вот вы держали, ничего не было. Не понял, Макс, что это за заклад? Как он тебя держит? Как он тебя держит, Вэй? Ты как новичок борешься, даешь любой заклад. Кому я? Ну а кому? Блин.
я тебе сразу скажу, какую зарплату выбрать. Да. Не брю, руки вперед. Моя задача взять вот этот зарплат. Вот этот зарплат, это моя задача. Отсюда я делаю все приемы. Других людей. Поэтому... Ой, такие емы. Новым зарплатом. Ну, блядь, не зарплат, емы. Ничего не могу делать. Че, так? Сотой скопишь. Подсечки не делай, Лига, а то ты ногу порвёшь. Сергей Анатольевич, тут снимали? Снимают все. Я напишу вам по поводу. Ну, плохо, плохо снимать, потому что здесь пара будет. Но половину не видно будет. Правильно, какой захват все? Взял отсюда золото, то выходишь. Вот такой захват берешь. Что это за захват? Объясни. При таком захвате ты должен убрать его руку и сделать через плечо. Вот так, как я сказал, вот так должен стоять. Да, что ноги крестишь? Лимонаду напился, что ли? Что с твоими ногами? Эй! Сырбу, посмотри, скажешь ему. Крестит ноги? Да. Мы так крестим просто. Взял за бедро и бросил через бедро. Прибей, вот, делай бедро, делай! Абат! Вот, я остановился! Ты стоишь сколь, или стенешь, тем вытешь, тем на им. Борцы. Железный. Дальше. Борцы. Борцы. Борцы.
Вперед, да, мой вверх. Что с твоими ногами? Что, горшок, что ли, ждешь? Смотри, ноги, как стоишь близко. Хочешь скорее, значит, толкай его. Назад толкай, чтобы лежать на боли внизу, ты через спину с колен. Потечь внизу, ты через спину с колен. Показал вправо, сделал влево. А через плечо. Сейчас рука держит даже. Ты ходишь, блин. Да, ты ходишь как новичок. Я лично твои ноги буду снимать и покажу тебе. Давай, давай, Маш. Нога впереди, левая все время. Это не наступай, вот, хорошо. Не наступай на нее, потому что будешь стоять, и у тебя вот, вот, молодец, вот. Бросай, 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 не отпускай. Бросай, бросай, вот. И раз, и задушить тебе болевой надо было сделать. А теперь ушли, вышел за стон, бутук и сырку. Все остальные ушли. Кто был с ними, выйди выше на ковер. Кто был с этим самым? Хачер, поехали. Так, готовиться после них бороться сразу. Готовиться после них бороться сразу. Шендрия, Буга. И Лизу, наверное. Денис и Макс. Стоп, стоп, не отпускайте захват. Чуть-чуть выпрямитесь. Чуть-чуть. Ты какой прием готовишь? Уже вот посмотри внимательно. Вот это же тяжелый прием. Это для этого нужно, чтобы рука. Теперь ты держишь вот захват, это уже шире. Держи, либо вот, держи руку. Тебя держи. Если ты держишь, то нужно брать. Рычаг, вот отсюда надо брать. Вот сюда. Вот он сюда идет. Дыши. Если ты там берешь, если ты берешь вот так, то что получишь шире? Отсюда, если ты хочешь бросить, то что-то вставать, потом оп, движение. Раз и два. Раз и два. Ты сразу взял отсюда, все, 3 секунды тебе что-то сразу появилось. Это сложный прием. Полегче. Матея, сырбу, кутук легко остались, остальные ушли. Лизу сюда. Миша. Сюда, Шендер туда. Хочу. Еще раз. Сырбу как хочешь, будь внимательный, сразу жесткий очень. А ты должен бросить его и стойкий остался. Так же и ты. Хочу. Падение старайтесь не бросать, чтобы они не травмировали. А ты не расслабляешься, Андрей, можешь сверху броситься. Проблему уже доказать.